Одна из целей, которые я преследовал, создавая свой канал на YouTube, это популяризация нашей столярной мастерской и нашей торговой марки. По моему мнению, сайты сейчас работают намного менее эффективно, чем каналы на YouTube или других видеохостингах. Зрителю, в скобках потребителю, хочется интерактивно участвовать в процессе в выборе того товара, который, как ему кажется, нужен. Сейчас я решил добавить новый плейлист, который будет называться «Наши изделия». Эти ролики будут прямой рекламой тех изделий, которые мы производим в нашей мастерской и продаем через наш интернет-магазин. Кому это не интересно, можете смело перелистывать и смотреть те обычные ролики, которые я снимаю для широкого круга зрителей и подписчиков. Итак, одна из последних наших работ – колонна. Материал, который мы использовали в этом изделии – дуб. Чтобы получить то сечение, которое требуется заказчику, естественно, пришлось клеить несколько слоев. Для этого использовался гидравлический пресс. Клей ПВА D3 клейберит. Колонна разборная и будет отправлена заказчику в компактной упаковке. Как правило, доставку осуществляет Новая Почта. Если заказ сделан через наш интернет-магазин, то доставка по территории Украины осуществляется бесплатно. Кому интересна подобного рода продукция, заходите в наш интернет-магазин. Ссылка в описании к ролику. Всем спасибо за внимание. До свидания.